очередной раз обращаясь ко всем без исключения участникам дорожного движения, госавтоинспекция Удмуртии напоминает. Каждый из вас, независимо от пола, возраста и рода занятий, выходя из своего дома, становится участником дорожного движения. А значит, в любую минуту может встретиться на своем пути с нетрезвым водителем. Только за 2015 год в 91 ДТП 23 человека погибли и 106 получили травмы. Двое из погибших и 13 из раненых были детьми. Наиболее оперативный способ передать информацию о нетрезвом водителе – это позвонить по телефону 02. Именно в этом случае все наружные наряды полиции и вневедомственной охраны, и патрульно-постовая служба будут ориентированы на задержание.